Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня коллекционер героев, трата самоцветов, все дела. Такой вот аккаунт моей подписчицы Анастасии. Ну, немножко доната, это на это можно закрыть глаза. Находится она в гильдии Aurum Storm. Вот так вот. Босс 5 20.00, босс 3 21.00, факела 20.47. Кидайте заявочки, вступайте, а мы поехали смотреть аккаунт. Что тут интересного есть, чего тут нет. Так, смотрим. Бугимен, капитан Рогатка, малышник, ведьма, сердцеедка. Ой, да тут дофига надо героев. Сейчас мы тут наролим, я надеюсь. Так. А что у нее тут есть? Анубис запасной есть. Ну, в общем, еще раз смотрим, запоминаем. Варлок. Варлок. Да ладно. Что-то вообще реально жестко, надо много героев. Не, варлок есть. На многих не открывает, что ли. Так, также у нас будет трата коробочек, картовый, и трата чар. Ну, посмотрим. Окей, ребят, поехали. Карта есть. Let's go. Такой вот коллекционер. У Космо, конечно, выбить. Это будет огонь. Я надеюсь на это. Ниндзя. Ниндзя немножко не то. Фея. Командора, ребятушки. Вот так вот. Пару тычек. И плюс один неплохой герой. Поехали дальше. Потом будем открывать. Let's go. Тыква. Так, не хватает слотов на склад. Вот это печально. Что мы за десятку одержимой? Ну, одержимое это такое себе. Суккуб. Капитан Дрейк. Ну, такое. Пусть какого-то Лазулю, Космо. Что-то такое более интересное. Один хром расфигачил всех. Жестко, жестко. Поехали. Студеный. Ну давай. Где? Где мой Космо? Девочка еще одна пришла. Седнушка. Ну что, поздравляю. Обалдеть. Уже плюс два героя. Линейка одна закрыта. Рыцарь. Так, ну надо что-то поинтересней. Опять слотов не хватает. Да что такое-то, а? Бульдозер. Ну это совсем не то, что надо. Рино. Ну такое. Рино такое себе. Еще один бульдозер. Леди Лео. Так, ну-ка давайте зайдем посмотрим. Блин, Фрейку. Фрейку надо, Фрейку. Бигфута тоже неплохо было бы словить. Да и ледяха неплохо. Так, ладно, давайте. Давайте используем. Хотя герой, я вам скажу, мы вот сейчас достали обалденнейших героев.
которая реально очень помогает по игре. Так, хорошо. Поехали дальше. Не знаю, почему она не открывает всех героев. Королева Гарпий. Варлок. Еще одна командора. Да, это жестко. Раз, два. Пора идти в рейд сливать героев. Тут Асурик наваляет. Какая себе у него дальность атаки? А, это Джелли бьет, я думаю, что за фигня летит? Это Джелли у нас так бьет по всей карте. Так, давайте сливайте Асурика. Следующий у нас будет Стрелок. Дальше у нас будет Хранитель. Дальше у нас будет Анубис. Не знаю, кто его там сливать будет, но вроде слили. Потом Афина. Так, Афина, наверное, сейчас их ушатает всех вместе с Анубисом. А может и нет. Не, все-таки, наверное, поубивает. Черепа не знаю как. Отлично. Ну, все, Ронина можно оставить. Так, ну что, поехали дальше. Бум. Биг бада бум. Ведьма. Ой, а ведьмы, по-моему, нету. Если я не ошибаюсь. Еще одна девочка. Ну, в принципе, на 40к. Я не знаю, что там у нас по слизням. Отлично. Просто отлично. А, у нее ведьма уже была. Я не знаю, что она ее не открывает. Как-то странно. Как-то странно. Так, хорошо. Поехали в алтарь. Будем смотреть героев. Триффид. Командора Седна. Ой, отлично. Седнушка вообще прям со скином уже у нас получилось. Командора Бог войны. Еще один Асурик. Ну, такое. Медузка, Лео. Странно. Ну что, поехали. Посмотрим, пооткрываем. А, куда ж поехали, посмотрим. Давайте заберем плюхи сразу же. Фу, собрали, нифига себе, я что-то даже не смотрел. Прикольненько. Еще и пакт вытащили за 40к, отлично, поздравляю. Не знаю, или мы там все заберем сейчас за раз. Не, забрали, отлично. Поехали. Посмотрим, что тут в алтаре делается. Так. Максимальная ремочка. Да, талантики тут надо немножко подролить. Анубис качается у нее. Ну, такое. Почему? Ремка пятая, Берс. Ну, Берс я бы на Махатме не качал, я уже показываю почему. В общем, довольно-таки неплохо, я вам скажу. Поехали. Бум, каменка. Ну, не топ, но нормально. Очень даже нормально. Так, Берс. Рино, бог войны. Такс. Поставлю Сидни пока. Это не особо топовый талант, но пусть будет.
Корка. Ну, корка можно кому-то такому поставить, как Дрейк, например, пока временно. Корка уже ушла, к сожалению, в прошлое. Так, душик. Однозначно на душика. Дальше. Бум. Дар жизни. Дар жизни мы поставим пока что вот сюда. Это самый такой оптимальный пока вариант. Еще одна каменка. Отлично. Так, я что-то тут... А где ворожай вообще? Вот, видите, чуть не профукали. Думаю, что за фигня? Вроде ворожая выбивать не надо было, я его не вижу. Так, стойкость. Стойкость, стойкость, стойкость. Ну, стойкость, по сути, то же самое дар жизни. С таких героев, кому его можно поставить? Блин, ножок бы еще вытащить нам. Давайте поставим пока вот временно сюда. На Трифида. Это такое, что можно доп ставить. Просвет на Командору. Утекание на Махатму. На Махатму. Будет ИСО, конечно, можно ставить Махатму. О, отлично, огненная защита. Так, ОЗ-шка. Что у нас есть? У нас есть Рино. И есть и вот этот товарищ. Но я бы, наверное, сейчас в первую очередь поставил бы, конечно, на Рино. Так как там уже талант, в принципе, плюс-минус есть. А Рино довольно-таки неплохо. Оживо. Отлично. Так, оживо это у нас дерево пятое. Дерево пятое живо есть. Гаргул. Такс. У нас еще на живо. Сюда поставим. Бастион. Вот это уже повеселей. Однозначно. Блин, вариант есть сюда, но тут ремку надо ловить. Баст. Баст можно и на Дрейка поставить, и на Командору поставить, и на Седну поставить. И вот я задумался, что же все-таки делать. Анубис, бог войны. Блин, я бы Анубису, наверное, Баст поставил. Поинтереснее было бы. Да и Асури можно, но там мы уже поставили. Не знаю. Ставлю пока так, не буду трогать. Пусть будет на смене. Завтра еще одного Анубиса дадут. Может, передумает и что-то поставит другое. Так, поехали. У нас еще коробки чар есть. Попробуем, посмотрим сейчас, что по чарам там делается. А, мы тут ничего не можем сделать. Тут не все герои на агментации. Вот тут Рино. Рино, Ромка, Уп и Теква. Ну, давайте попробуем. Бум! Тамплиер. Тамплиер, по сути, фигня полная. Можно, конечно, вот сюда поставить пока временно. Может, когда-то поможет. Так, передача, куб, тыква. Тыква плюс-минус. Можно на Ронина поменять. Очищающий. Сюда там от того двойки, то и толку не будет. Так, пиромах. Пиромах, пиромах, пиромах. Пиромах, конечно, хорошо на тыковку, но тыковка у нас тут берсовая, поэтому пока трогать не будем, тоже оставим. В общем, вот так вот, такой вот роллинг. Собрали 20 осколков, получили пакт. Я считаю, это очень-очень неплохо. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.